Так, все, я онлайн. Я тоже онлайн. Вот теперь тебя вижу. Отлично. О, это ты. Ты уже тут ебошишь. Мне видно, что я в черном, да? Да, видно. Так, окей. А как это так вообще получается? Ну, я тебе сделал потише, хуй узнал. Да, сделай потише. Тара-та-тара-та-та-та. Да вот там, в горе, да? Ай! Ой. Хуёл, блядь! Так он хулит, блядь! Нахуй ты полез туда, если я копаю? Да я всё сделаю сейчас. Блядь, мне не нравятся вот эти вот варианты, я сейчас всё сделаю. Блять, лапа-то сломалась. И у меня сломалась. То, что мы сейчас собрали землю, выкинь землю. Дай мне землю. Да, подожди. Я просто хочу сделать метку, что здесь наша хата. Делаешь? Я сейчас спрыгну, ты соберешь все, что от меня останется. Я как раз появлюсь где-то там, где есть деревья. И, ну, блядь. Чтобы сдалека видно было? Ну да. А на облака можно наступить? Да, конечно, блядь. Они же, блядь, из твердой породы. Лови все равно меня. Я падаю. Строим башню или что? Мы делаем просто комнату для начала. А, окей. Сначала нужно просто хату. Все, под конец лопата сломалась. Без выебонов? Просто, да, даже без выебонов. Так, надо угля накопать, да, говоришь? Да, да. Ой, а, это он горит, я думаю, что за огненный хуй? Вроде как-то так. Бендер, привет. Ну что, как тебе майн? Бля, пока еще никак. Сейчас вот будем играть со Святом. Я думаю, что будет интересно. Так, ты, конечно, красавчик там внизу, но... Бля, блядь, идите нахуй! Охуели, блядь, откуда взялись? Так я их на тебя навел. Что, помочь тебе или... Ну, блядь, да. Блять, подыхай. Отлично. Нихуясь! Это чё за пиздюк? Что такое? На овце. Кто? Да тут этот хрен его. Кто там на овце? Зеленый. Мелкий, короче, зомбарь. Верхом на овце. Ой, это что такое? Надо прятаться в доме во время грозы. До сих пор без железной кирки. Да, до сих пор. А что такое? Бля, дружище, ты меня начинаешь бесить в последнее время. А ёпта, мы только начали играть. Да, мы только начали, блять, а нему он уже выебывается, блядь. Идет, дружище, в пеше эротическое. Эврика сказал, иди ты нахуй. Прямым текстом. Наконец-то, блядь. Ты уже тут? Да, вернулся. Что, не охуел, блядь, с того вида, что я гору, блядь, спилил, нахуй? Чего? Ты говна схавал? Начал копать шахту. Потом покажешь свое эту самое инженерное искусство, а нам нужен уголь и металл. Есть факел, поставь, пожалуйста. Не надо факел, дотягивай. Да поставь. Дотягивай. Блять, поставь факел. Нормально здесь, еще раз говорю, блин, я же знаю, да через сколько ставить. Поставь факел.
ты заебал, нахуй. Все, короче, я пошел. Угу. Пошел, давай. Главное, что прямиком нахуй не присел мне по дороге. Кстати, это что я нашел тут? О! О! Хо-хо-хо. Топор. Железный топор нет. Железный меч для начала. Один. И железную кирку. Две штуки. А, вообще щит можно сделать. Нужно сделать. Блять, они что у меня снежки эти? Размножаются, что ли? Все, я пошел в пещерки. Блять, что за херня? Кто меня бьет, блять? Что за вертихвостка нахуй? Какая-то хуйня, блять. Охуеть. Да, блять, что за хрень была? Ну все, у нас 4 слитка золота теперь. Опа. Я нашел зеленую херню. О, смотри, редстоун. Так, сейчас я кирку сделаю стальную. Бля, вот синий я еще не видел. Хера себе, как много тут. Сервер, сервер. С другом играем. Создали реал на 30 дней. Играем. Ой, а я воду открыл. Ха-ха! Вон она, вода, водичка. Ой, а тут ее до хрена прям. О, у меня почти получилось. Бля, а там дофига этого черного. А это случайно не обсидиан? Вот типа вот сюда. О, только она что-то нихера не уменьшается. А нет, уменьшается. Ну, что-то не так, как я хотел, ожидал. Все отлично, блядь. Вот как надо, заебись. Кирку надо сначала сделать. Алмазную. Правильно я говорю. Надо дождаться дня и съебаться, делать эксперимент. По идее, сюда должен получиться булыжник. Хуй там. Вот, лава попала в воду. Булыжник должен, говоришь, получиться. Хуй там, блять, вон обсидиан получился чистый. Я хотел найти пшеницу. Я нашел какие-то семена, и мне кажется, что с них вырастет пшеница. Так, возьмем стекло, что у нас есть, и начнем обустраиваться. Хочу здесь панорамное окно. На закат как раз, а? Как тебе, Илон Маск? Так, короче, я хочу сделать ферму с баранами, поэтому сейчас я закончу свою задумку с водопадом и пойду делать загон. Я всегда хотел дома иметь домашний водопад. Теперь я, моя мечта сбылась. Короче, я тут все по ящикам рассортировал, так что все везде на своих местах. Потом все равно будет такой мусор здесь же везде. Идем спать. Куру сейчас только заведем.